Здравствуйте, я Гришин Михаил. У каждого актера есть любимые и очень любимые роли. Из очень любимых у меня роли Рус, сериал «257 причин, чтобы жить», режиссер Максим Свешников, обаятельный, наглый, харизматичный, красивый, в меру глупый, местами наивный, готовый вписываться за любой кипиш парень. В принципе, раньше я таким и был. И роль Люцифер Матвей, сериал «Медиатор», режиссер Артем Аксиненко. Я сыграл там психически больного молодого человека, который мнит себя Люцифером и думает, что он способен вызывать смертельно опасные болезни у людей. Также я снялся в фильме «Чебурашка», режиссер Дмитрий Дьяченко. Если вы смотрели, то вы наверняка должны помнить красавчика на красном кабриолете, который проезжал пару раз за фильм. Вот это я. Ну и, конечно же, множество других любимых и очень любимых ролей в кино и в сериалах. Я закончил щепку мастерская Виктора Ивановича Коршунова. Обучаем, легко обучаем практически любому навыку. Например, я умею лепить на гончарном круге. Я сейчас пока не знаю, как этот навык может пригодиться в кино, но если он где-то понадобится, то я буду знать, что все не зря. Спасибо. До свидания.